Омские коллекторы пытались отбить пациентку скорой помощи. Об этом в минувшие выходные написали практически все омские интернет-СМИ. По версии журналистов, прямо на улице, когда должницу пытались посадить в неотложку, женщину перехватили коллекторы. Медики были вынуждены вызвать бойцов Росгвардии. Однако, как уверяет ведомство, их сотрудникам пришлось иметь дело не с коллекторами, а с полицейскими. Якобы сотрудники МВД хотели уточнить у Амички информацию по одному из дел. Но врачи перестраховались и нажали на тревожную кнопку для вызова наряда вневедомственной охраны. Напомню, в декабре 2016 года медики заключили контракт с Росгвардией. За 3 месяца они уже 3 раза запрашивали помощь. Случаи нападения наркоманов в притонах, случаи нападения пьяных пациентов или их родственников на бригады скорой помощи. Легким нажатием мы передаем информацию не только о факте нападения, и мы можем четко позиционировать бригаду вплоть до того, в каком углу комнаты находится страдающая бригада. Наша задача — создать прецедент, чтобы люди понимали, что человек в белом халате сейчас защищен, и защищен очень серьезно.